мультяшки. Юй-юй! Биби! Желание. Шаг первый. Чтобы узнать, с чего начинается создание волшебной палочки, тебе надо расставить фрагменты картинки по местам. Справишься? Молодец! Картинка собрана! Первое, что надо сделать, это найти и спилить нужное дерево. Спили пилой, помоги Нюше спилить дерево. Это очень простая работа, но все равно очень нужная. Дерево спилено, и первый этап выполнен. Что там у нас дальше? Шаг второй. Собери картинку из кусочков, чтобы узнать, что еще нужно для создания волшебной палочки. Пора браться за топор. Нюша очистит дерево от веток. Для этого просто нажимай пальцем на ветки, которые должна срубить Нюша. Молодец! Ветки удалены, и дерево годится для дальнейшей работы. Шаг третий. Расставь фрагменты картинки по местам, чтобы узнать, что же теперь делает Нюша с деревом. Oh,
Оказывается, пока ты собирал картинку, Нюша ободрала с дерева кору и теперь обрабатывает его рубанком. Ай да мастерица!